Здравствуйте! В эфире программа «112». В студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу о происшествиях за последнюю неделю. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 164 происшествия, из них 16 преступлений, из которых 11 раскрыто в течение дежурных суток, по 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 26 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. Сотрудниками полиции осуществлялась охрана общественного порядка при проведении мероприятий на территории города Нарьян-Мара и поселка Искателей. На 3 собраниях, проводимых на детских площадках «Молодой гвардии Единой России», 11 и 12 августа 2018 года на площади имени Владимира Ильича Ленина при проведении развлекательных программ для детей «Культурные каникулы» и 11 августа в Центре арктического туризма при проведении спортивных состязаний по национальным видам спорта «Салма-Малхан». Нарушение общественного порядка не допущено. 10 и 11 августа 2018 года сотрудники отдела ГИБДД с участием представителей Общественного совета при Управлении МВД России по Ненецкому автономному округу Верой Дроздовой и Татьяной Поповой провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудниками полиции проверено 62 единицы автотранспорта. Выявлено 3 административных правонарушения за отсутствие страховки и водительского удостоверения. Кроме того, инспектором по пропаганде отдела ГИБДД Светланой Фроловой совместно с общественниками проведены профилактические беседы на дороге. На заправках, в магазинах и питейных заведениях распространены памятки о проявлении гражданской нетерпимости к нетрезвым водителям за рулем и о самостоятельном оформлении европротокола при мелком дорожно-транспортном происшествии. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также лицом, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За подобное нарушение правил дорожного движения предусмотрена и уголовная ответственность по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если вас избили, первое, что нужно сделать, это, как говорят в народе, зафиксировать побои. Для этого вам следует обратиться в полицию и написать заявление о привлечении злоумышленника к ответственности, и вас направят на медицинское освидетельствование. На освидетельствование нужно идти обязательно. Побои – нанесение потерпевшему ударов, либо же его избиение. В статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях побоями названы насильственные действия, которые причиняют лицу боль, но не наносят ущерба его здоровью. Причем под побоями понимается не только непосредственно удары, которые наносят человеку, сюда же относятся и царапины, сечения, вырывание волос, словом, все, что болезненно, но безопасно для здоровья. Согласно данной статье, злоумышленник может получить наказание в виде административного штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей, административный арест на срок от 10 до 15 суток, обязательные работы на срок от 60 до 120 часов. Если же побои или иные насильственные действия причинили лицу не только физическую боль, но вред здоровью, либо они совершены из побуждений и по мотивам, указанным в статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, то за эти действия наступает уже уголовная ответственность, и наказание может назначаться и в виде лишения свободы. Например, нанесенные пострадавшему побои повлекли причинение тяжкого вреда здоровью, то виновник вполне может лишиться свободы на срок до 12 лет, а если повлекли смерть потерпевшего, на срок до 15 лет. Лишиться свободы можно, если побои были совершены по предварительному сговору группой людей, имевших намерение совершить хулиганские действия. Также, если они были нанесены малолетнему или лицу, исполняющему служебный долг. Если для избиения использовалось оружие или другие тяжелые предметы. Если избили несовершеннолетнего, наказание будет гораздо строже.
Особой статьи для этого деяния нет. Однако в законодательстве есть ряд норм, где указано, что малолетний возраст является отягчающим обстоятельством и может сильно повлиять на меру наказания виновному, в зависимости от последствий, которые повлекли за собой побои. 7 августа 2018 года состоялась встреча сотрудников ГИБДД и представителей органов власти с жильцами домов, проживающих по улице Первомайской города Нарьян-Мара. Вопросом для обсуждения был проезд большегрузного транспорта по территории жилой зоны этих домов. Граждане пожаловались на водителей грузового транспорта, которые зачастую, чтобы сократить путь, проезжают через их дворы к морскому порту за товаром и обратно, несмотря на то, что установлен дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», исключающий проезд. После обсуждения со стороны ГИБДД принято решение об усилении контрольных функций нарядами дорожно-патрульной службы в данном микрорайоне, о необходимости разработки и распространения памяток для жильцов о проявлении гражданской активности на нарушение правил дорожного движения водителями с информацией по выявлению нарушений, их фиксации и передаче в ГИБДД. Ночью с 10 на 11 августа 2018 года внимание возвращающегося с места происшествия оперуполномоченного уголовного розыска привлек мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и едущий на велосипеде розового цвета. Велосипедист не смог пояснить обратившемуся к нему оперативнику, чей у него велосипед, в результате чего его вместе с железным конем доставили в дежурную часть управления для выяснения обстоятельств. Полицейским в дальнейшем мужчина пояснил, что данный велосипед он похитил из подъезда жилого дома в поселке Искателей, но точный адрес назвать не смог. В то время как сотрудники полиции предпринимали ряд мер для установления владельца данного велосипеда, в дежурную часть обратилась жительница округа с заявлением о хищении у нее похожего велотранспорта. Как оказалось, она является владелицей этого велосипеда. Похищенное имущество возвращено законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 12 августа 2018 года в дежурную часть окружной полиции обратилась женщина, ставшая жертвой мошенников в социальной сети ВКонтакте. Схема мошенничества аналогичная тем, от которых ранее пострадало уже несколько жителей Ненецкого округа. Аферисты взламывают профиль пользователя соцсети ВКонтакте и рассылают личные сообщения друзьям с просьбой одолжить энную сумму денег. Как и в других случаях, заявительница, не задумываясь, перевела денежные средства по реквизитам, указанным в сообщении, потеряв при этом около 1000 рублей. Через некоторое время ей стало известно, что страница ее знакомой взломана, и сообщение отправлено неизвестным лицом, после чего она обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Уважаемые жители округа, стражи порядка в очередной раз призывают вас при поступлении сообщений в социальных сетях, а также на телефоны, в которых содержатся просьбы об одалживании денег, не торопиться их переводить. Позвоните человеку, от которого, как вы думаете, пришло сообщение, и удостоверьтесь в правдивости информации. В июле 2018 года сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. При проверке документов он предъявил поддельное водительское удостоверение на его имя. Дознавателям управления в ходе дознания по уголовному делу, возбужденному в отношении мужчины по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Установлено, что он приобрел данное удостоверение посредством сети интернет у незнакомого им лица. В настоящее время уголовное дело по данному факту направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за данное деяние предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев. А по факту изготовления и продажи поддельного удостоверения дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание предусмотрено уже в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сотрудниками управления проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, осуществившего подделку и сбыт водительского удостоверения.
Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.